Проходит передача. Леканин. Дальше во фланг. Против Уруша Раща очень удачно действует на дриблинге Леканин. Удар! Гол! Вообще не оценил ситуацию. Отдал мяч сопернику. Идрису Баба на нем висел. Дальше Леканин накручивает все того же Уруша Рачича. Уходит от него. Мухтар Диахаби оказывает неоценимую помощь. Мимо него мяч отправляет. За такую затяжку. Заброс направо. Мафео в отличной позиции. Без офсайда, кажется. Крайний защитник Мальорки. Снова Мафео. Уже двое на него бросаются. Мафео простреливает. Удар будет. Прострел. И мяч залетает в ворота. Дани Родригес спокойно обрабатывает мяч во вратарской. Разворачивается между двух защитников. Между Луисом Хосе Гая и Мухтаром Диахаби. Из-под огроменного Мухтара Диахаби. Получает сзади по макушке Маркс Андре. Леканин. Слоумо. Падает на газон, но всему все-таки досталось. Желтая карточка корейцу. Видимо, он на всякий случай упал, чтобы себя тоже показать пострадавшим. Салев Севильи был предупрежден с камень запасных. А, ну это накладка. Леканин здесь совершенно не успел. Ох. Хорошо так вмазал по ноге Даниэлю Васу. Больше 10 минут играет в меньшинстве. Подача, удар! И гол, был гол! Пересек мяч линию ворот или нет? Консало Гедаш. Удар Гедеша! Скорее придал ускорение защитник. Так вот. Чиркнул головой. Последнюю атаку даст провести арбитр. Подача есть! Удар! Скидка! Удар! Удар! Через себя бьет Хосе Гая и сравнивает счет. Валенсия спасается. Вот ради чего ты падал, Фернинио. Вот почему ты. Амунд, Валенсия, Амунд. Сиембра Амунд. Подача. Штрафную офсайда не было у Гая. Точнее, был офсайд у Гая, но пас последовал, кажется, на Маркса Андре. И Маркс Андре скидывает. Спокойно на Хосе Гая. Пяткой откидывает мяч. И Гая через себя просто расстреливает Маноло Рейну. Бедная Мальорка стояла в меньшинстве 97 минут. 2-2.